Первый, есть КП, десятый. Доклад десятого принял, первый. Двигатель первый, супер-дерки, на обычный нажим. Пошел контакт подъема. 10 секунд, полет нормальный. Второй ступени вышли на режим. Танкаш.
Приказ. Рыскание, вращение, в норме. Полет нормальный. Все системы функционируют нормально. Стабилизация ракета-носителя устойчивая. Есть запуск рулевого двигателя третьей ступени. Есть выключение двигателя второй ступени. Прошло отделение второй ступени. Есть запуск вашего двигателя третьей ступени. Есть сброс головного обтекателя. Параметры системы управления в норме. Полет проходит по программе. Двигатели третьей ступени работают устойчиво. Полет нормальный. 400 секунд. Система управления функционирует нормально. 410 секунд. Стабилизация ракеты-носителя устойчивая. 420 секунд. Полет нормальный. Все системы функционируют нормально. 430 секунд. Полет проходит по программе. 440 секунд. Давление в камерах сгорания двигателей в норме. 450 секунд. Тангаж, рыскание, вращение в норме. 460 секунд. Двигатели третьей ступени работают устойчиво. 470 секунд. Полет нормальный. 480 секунд. Система управления функционирует нормально. 490 секунд. Полет проходит по программе. 500 секунд. Стабилизация ракеты-носителя устойчивая. 510 секунд. Полет нормальный. 520 секунд. Двигатели третьей ступени работают устойчиво. 530 секунд. Тангаж, рыскание, вращение в норме. 540 секунд. Полет проходит по программе. 540 секунд. Полет нормальный. 570 секунд. Прошла команда на выключение маршевого двигателя третьей ступени. 3-й ступени. Зафиксировано отделение орбитального блока от 3-й ступени ракеты-носителя.
орбитальный блок в составе космических аппаратов EUTELSAT-5WP, MF-1 и разгонного блока BRIS-M выведен на суборбитальную траекторию. Репортаж о запуске космических аппаратов EUTELSAT-5WP и MF-1 окончен.